копать, копать, еще раз копать. Сегодня 5 января, выходной день, воскресенье. Но наши работники работают. Более того, отпуск. Ежедневно, да. Вот так вот отдыхают горные маньяки. Я деньги заплатил, чтобы я так отдыхал. Это место, где будет стоять наша палатка. Посмотрим, что у нас тут вокруг. Выход из тамбура будет вот в этот кулар. А из другого тамбура будет вот в этот кулар. По этому гребню мы второй день уже поднялись. Отсюда открываются следующие виды. Во-первых, какая-то большая белая гора. Совершенно не знаю, как называется. Во-вторых, Сырыкол-Баши-Тырсак, Иткол, Азау, Чигет, Кагутай, Дангузарун, Юсеньги, Профсоюзов, Ахсау, Шхельда, Ужба, Пик Кавказа, Бжедух, Вольная Испания, Перевал Кашкаташ, Улукара, Башкара, Джантуган, Гумальчи и Чигет Таучана. И вот с таким видом вот здесь вот у нас будет стоять палатка. Вот. А идти нам дальше вон туда, наверное, или туда. Сейчас вот Серега, наш третий коматозник, залезает на разведку, пока мы тут занимаемся строительными работами. Заводку упадет. Тут у нас разложено барахло. Тут уже становится совершенно уютно. Вот, правда, у нас под ногами тут везде козьи какашки, турьи. Ну ничего. Вот. Тут еще какой-то кулуар. Тут скальный бастион. Залезем на него и посмотрим еще раз, какие открываются виды и на место нашей палатки издалека. Так, залезаем. Вот еще какашки. И еще. Вот я залез на вершину бастиона. Здесь, значит, такие обрывы в сторону долины Адылсу. Это долина Шхельда. А это вот массив Андертау, который нам надо каким-то образом залезть или облезть. А это вот наша палаточка. Очень прикольное место. Далеко внизу мы видим строение поселка Эльбрус. Если получится приблизить. Вот он. Вот. Там Эльбрус. Вот. Ну, еще раз вся панорама.